надеюсь, что после сегодняшнего видео я останусь жив. Посмотрите, вы видите это? А вот и он, вот и посмотрите, это же Кинни, не подходи. Чё творим, бро, меня зовут Серкионис. И просто сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду. Ведь поди ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, бро, тебе с ним очень нравится быть под нами. Так что быстрее подписывайся, чтобы быть самой сильной банде на ютубе. И банда, в мире появился еще один монстр, как Хаки-Ваки. Только на этот раз намного опаснее. Его зовут Килли-Вилли. Это огромное черное существо с когтями, как моя одна рука. Он может перерубить человека лишь одним махом. Во всем мире еще никто не снял этого монстра в реальной жизни. Все просто боятся призвать его к себе домой. Но банда, я уже заказал его с Даркнета. Только вдумайтесь в это. На всякий случай я по всему дому расставил скрытые камеры, чтобы отслеживать его передвижения. Надеюсь, что после сегодняшнего видео я останусь жив. Тем не менее, банда, давайте на этом видео наберем 20 тысяч лайков. И тогда я поймаю этого монстра и разрежу. И мы наконец-то узнаем, какие же тайны внутри себя хранит Килли-Вилли. Так что, бандит, скорее ставь лайк, а также чекай описание. Ведь там ссылки на все мои социальные сети, где я общаюсь с вами, банда. А еще там иногда выходит секретная информация про разных монстров и даже про Килли-Вилли. Так что, бандит, скорее ставь лайк, смотри в описании, а мы тем временем ждем этого монстра. Погнали! Итак, банда, я надеюсь, вы готовы. На часах уже 3 часа ночи. Килли-Вилли прибудет с минуты на минуту. Мне еще интересно, как вообще люди с Даркнета собираются его доставить ко мне домой. Тем не менее, банда, я расставил целых 19 скрытых камер. Давайте же их посмотрим. Итак, первая камера находится на улице моего дома. Она снимает центр ЖК, в котором я живу. Именно поэтому здесь эта арка. Вторая камера снимает парковку. Возможно, люди с Даркнета будут здесь проезжать. Третья камера просто детскую площадку. На всякий случай, вдруг Килли-Вилли захочет поиграть. И четвертая камера направлена снимать будку с охраной. Это единственный въезд к моему дому. И охранник должен будет пропустить людей на машине. А я почему-то думаю, что люди с Даркнета будут доставлять Килли-Вилли на машине. Давайте еще приблизим, посмотрим, что там делает охранник. Пока что он просто сидит чили, смотрит какой-то фильм. Он даже не подозревает, что сегодня сюда приедет настоящий монстр. Пятая камера также направлена на эту будку. Я специально решил поставить две камеры на въезд, чтобы точно ничего не пропустить. Шестая камера снимает вход в мой подъезд. Седьмая камера холл в подъезде, а восьмая комнату с лифтами. А вот девятая камера находится прямо внутри лифта на тот случай, если вдруг Килли-Вилли или же люди с Даркнета будут подниматься по нем. На всякий случай, на 10-й камере находится лестница. Возможно, они не захотят ехать на лифте и поднимутся по этой лестнице. 11-я камера снимает в подъезде моя квартира. И дальше, банды, уже начинаются камеры, которые находятся внутри моего дома. 12-я камера снимает вход в квартиру. 13-я гостиная и 14-я также. 15-я камера направлена на кухню, а 16-я камера уже снимает первую ванну. Дальше у нас находится вторая ванна и потом третья комната. А еще на 19-й камере балкон. Итак, банда, мы ознакомились со всеми скрытыми камерами. Теперь давайте ждать Килли-Вилли, потому что он уже скоро сюда прибудет. Дальше мне остается просто как в роли охранника просматривать все эти камеры, надеясь ли что-то заметить. Хотя пока что я ничего такого здесь не вижу. А что если я уже все пропустил и Килли-Вилли где-то уже около моего дома? Нужно сканировать улицу, чтобы точно заметить. Итак, на первой камере ничего нету. На второй камере на парковке тоже ничего не видно. Хотя мне кажется, что машина людей из Даркнета должна быть припаркована именно здесь. На детской площадке тоже ничего не видно. О, черт, банда, посмотрите на это! На огне в будке охранника какая-то кровь. Неужели Килли-Вилли уже прибыл сюда и убил его? Давайте посмотрим с другой камеры. Там просто вся будка в крови.
Ви, охранника нету на месте! Я в шоке, банда, что вообще происходит? Вы видите это? Неужели Килли Вилли реально убил охранника? Это же полная жесть, банда, что вообще, черт возьми, происходит? Я думал, что я сниму Килли Вилли на скрытые камеры просто как он будет ходить. Я очень боялся, что он кого-то убьет. Это просто жесть, он реально убил охранника. Скорее всего, что это он сделал для того, чтобы охранник не позвонил в полицию, потому что представьте увидеть настоящего огромного монстра. Тем не менее, банда, нам нужно дальше смотреть скрытые камеры, мы больше ничего не должны пропустить. На входе в дом его не видно, в подъезде также. Куда он мог деться, я не понимаю, в лифтах тоже ничего нету, и в самом лифте никого не видно. На лестнице пока что тоже ничего нету, просто какая-то жесть, банда. Посмотрите, вы видите это? В подъезде напротив моей двери написана надпись «I kill you», и она написана кровью, банда. Неужели это кровь охранника? Только вдумайтесь в это, банда, Килли Вилли кровью охранника написала «I kill you», он хочет меня убить. И откуда он вообще знает, что я снимаю его? Зачем мне это послание? Просто какая-то жесть, банда, я реально в шоке, что вообще происходит? Вроде бы в квартиру еще никто не входил, потому что дверь закрыта. Посмотрите, помехи на телевизоре сами включились, вы видите это? Телевизор начал сам работать, что за бред? Неужели он так реагирует на Килли Вилли? Просто жесть, банда, я в шоке, что происходит? Мы только недавно заказали этого монстра, он уже убил охранника, происходит какая-то жесть. На кухне вроде бы никого нет, и вообще в моей квартире вроде бы никого не видно. Давайте вернемся обратно на улицу, посмотрим, возможно, Килли Вилли все еще где-то там. На первой камере его пока что не видно, на второй также. Очень странно, что мы на этой парковке даже не видели машину из Даркнета. Неужели Килли Вилли пришел сюда сам? Это какой-то бред. Он бы по дороге убил больше сотни людей. На детской площадке тоже никого нету. Черт, банда, я просто в шоке. Там реально все залито кровью в этой будке. Посмотрите. Мне просто в это не верится. Это же полная жесть. Он реально только пришел сюда и сразу убил охранника. Только вдумайтесь в это. Но самое странное то, что даже не видно тело этого охранника. Куда оно могло деться? Пока что я нигде на улице не вижу Килли Вилли. Он как будто испарился. Я расставил камеры, чтобы точно снимать все вокруг своего дома. Он бы точно где-то здесь бы попался. Но мы просто его нигде не видим. Самое страшное то, что мы не успели снять эту смерть охранника. Возможно, тогда бы у нас были какие-то видеопруфы, которые могли бы доставить полиции. А так нам просто никто не поверит, что пришел огромный монстр и убил его. Пока что я ничего не вижу. Около лифтов тоже никого нету, и в лифте также. Я просто в шоке, банда. Эта надпись такая стрёмная. Это настоящая кровь. Самое еще жуткое то, что мне самому придется терять эту кровь, чтобы соседи ничего не увидели. Надеюсь, что Килли Вилли все еще нет в квартире. Вроде бы входная дверь закрыта. О, посмотрите, телевизор уже перестал работать. Что за бред? Когда мы смотрели эту камеру в прошлый раз, телевизор показывал помех, а теперь он снова выключен. Неужели это значит, что Килли Вилли куда-то исчез? Возможно, он просто пришел предупредить меня и убил охранника и написал эту надпись. Это очень странно, банда. В первой ванной никого нет. И посмотрите, что это? На унитазе лежит рука, вы видите это? Она просто отрублена, я в шоке, банда, что это за жесть? Неужели это рука охранника? Просто посмотрите на нее, банда, я в шоке, что за жесть? Как вообще Килли Вилли попал внутрь моей квартиры и положил эту руку? Я просто в шоке, банда, что вообще происходит? Хотя я все еще его не заснял, куда он мог деться, я без понятия. Я снова просмотрел всю квартиру, его нигде нету. Давайте обратно вернемся на улицу. Возможно, он уже где-то там. Давайте будем быстро просматривать все камеры, чтобы точно уже на этот раз его не пропустить. На первой камере никого не видно, на второй также, на третьей никого, на четвертой, черт, это кровь просто жесть. На пятой тоже ничего нету, на шестой нету, на седьмой нету, на восьмой тоже, на девятой.
пятый на десятый, посмотрите, что это? Это труп в мешке, вы видите? Он просто подвешен к потолку. Неужели Килли Вилли знает, что мы за ним следим, и он нам оставляет такие пасхалки? А что если это тело охранника? О, черт, банда, я просто в шоке, что происходит? Еще эта кровь на лестнице просто какая-то жесть. Я реально в шоке, это же может быть тело охранника. Он уже поместил его внутрь этого мешка и просто подвесил. Я просто в шоке, банда, что вообще происходит? Это самая настоящая жесть. Теперь мы можем быть точно уверенными, что эта надпись в подъезде написана настоящей кровью, да еще и кровью охранника. Тем не менее, банда, давайте продолжим смотреть. О, чё, что это такое? Что это за побеги? Что происходит? Я кого-то вижу, там кто-то проходит, но ничего не понятно из-за помех. Что это может быть? Посмотрите, рука Килли Вилли, вы видели это? Он только что просто своей рукой сломал мою камеру. Просто жесть, он уже в моей квартире. Нужно тише себя вести, чтобы он меня не услышал. Просто посмотрите, он проходит здесь. Вы видите, какой он огромный? О, черт, он сломал камеру. Я просто в шоке, банда. Он уже сломал две мои камеры. Просто жесть. Я в шоке, что вообще происходит. Неужели он сейчас зайдет в мою комнату и просто убьет меня? Это жесть, банда, я в шоке. Но на кухне его не видно, куда он мог деться. В первой ванной тоже его нету, и второй также. Но эта рука просто жесть. О, черт, банда, он пошел в третью комнату. Посмотрите, это просто жесть. Какой же он стрёмный и огромный. У него целых два рта, вы видите, это просто жесть. И гляньте, он сломал и эту камеру. Тем не менее, банда, я думаю, что прятаться уже нету смысла. Нужно взять и выйти его, снять на эту камеру и самому его увидеть. Потому что если я буду здесь прятаться, то он уже зайдет сюда и убьет меня. Я уверен, что он ищет именно меня, банда. Нужно быстрее выйти, снять его. Окей, банда, надеюсь, вы готовы. Возможно, сейчас я встречусь лицом к лицу с Килли Вилли. Только вдумайтесь в это. Давайте аккуратно откроем и выйдем. Окей, вроде бы никого не видно, куда он мог деться. Последний раз мы видели его в третьей комнате. Предлагаю пойти туда и посмотреть, возможно, он все еще там. О, черт, банда, я так переживаю, но вроде бы никого не видно. Его реально здесь нету, куда он мог деться. Вы только посмотрите на это, банда. Вот камера здесь лежит, он просто ее свалил, это жесть. Я в шоке, что она все еще осталась цела. Тем не менее, мне кажется, что она уже больше не будет работать. Ну куда делся Килли? Или неужели он просто испарился, банда, это жесть. А вот и он, банда, посмотрите, это же Килли Вилли, не подходи ко мне. О, черт, стой на месте. О, господи, банда, просто жесть. О, нет, Килли Вилли, отпусти меня, я ничего не могу сделать, банда, это просто жесть. О, черт, просто жесть, банда, вы видели, я упустил его, это жесть. Еще эта рука здесь, посмотрите. Тем не менее, банда, нужно быстрее вызвать полицию, пока Килли Вилли все еще в квартире. Вот комменты из-под прошлого видео, просто без каких-нибудь шикарные, идеальнейшие комментарии. Ну а если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь тебе нужно это опуститься ниже. Нажатай колокольчик и все, про ты уже на видео. Лайк, колокол, комменты, ты в новом видео бандит. И помни одно, оставайся таким шикарным, пока!